Всем доброе утро! Сегодня шестой день. На завтрак у нас пицца, которую я вчера вечером испекла. На ночь я ее накрыла полотенцем, и так она у меня простояла всю ночь. Утром же я ее отправила в микроволновку, рядом поставила стакан с горячей водой и подогрела в течение минуты. И вот такая вот она получается, мягкая, как свежеприготовленная. Завтракаем с мужем и старшим сыном. Так, сходили в мясной, купили кусочек лопатки на кости. Косточку сейчас обрежем, ее на супчик, а мясо разделим на кусочки, наверное, немножко, и на фарш. Вышло у нас на 368 рублей. С мясом мы разобрались, срезали маленькую косточку вот такую вот. Пойдет на супчик, скорее всего, сварю из нее борщ. Также пакетик мяса мы порезали кусочками, здесь 300 граммов. И остальное все перекрутили на фарш. Один пакетик с фаршем я прямо так заморожу, здесь 350 граммов получилось. И все остальное я пущу на котлеты. Добавлю сюда размоченный в воде хлеб, яйцо, специи и сделаю котлетки. Все, у меня получилось 11 штук котлет. Отправляю их сейчас в заморозку. Кстати, когда мы крутили мясо, мы добавляли одну луковицу. Так что здесь уже есть лук. На перекус сегодня у нас виноград. И, наверное, доедим еще мандаринки. Цены на зелень у нас огромные. У нас пучок петрушки, укропа, там, я не знаю, лука стоят почти 90 рублей. Поэтому лучок я возьму вот такой вот наш. Он у нас растет дома. Тем более его нужно уже убирать. Добавлю его в окрошку. Также вот такие вот у меня питомцы тут обитают. Это мои перчики. Их тоже нужно пересаживать. Помидоры. И вот там еще целый этаж у меня помидор. Лук. Все, лучок я весь обрезала. Нужно садить уже другие луковицы, эти уже все. Все, что было, они уже все отдали. И также нашла еще у нас укропчик. Он, правда, маленький, но ничего, я его тоже сейчас срежу, сполосну и нарежу. Так, на обед мы сделаем окрошку. Здесь у меня 3 яйца. Вместо колбасы у нас будут сосиски 5 штучек. Также натру на крупной терке вот эту вот редьку, которую мы покупали. Пол огурчика, зелень, 4 картошины, ну и квас, который я вам показывала. Мы окрошку кушаем только с квасом. Знаю, что она есть и на кефире, и на минералке, но нам больше нравится с квасом. Младший у меня окрошку не ест, поэтому я ему разогрею вчерашнее с вечера пюрешку и котлетку. Окрошка готова. Сразу наливаю в нее квас и добавляю соль. А сметану мы уже раскладываем по тарелочкам. И у нас осталось вот столько еще кваса. Ну, думаю, муж допьет, он любит такое. У нас обед. Младшему котлетка и пюрешка. А мы все будем окрошку со сметаной и хлебушком. Все, всем приятного аппетита. Вчера были в Ашане. Искали лук всего, как я уже говорила. Лук мы в итоге не купили там, но зато я взяла некоторые продукты. Взяла компотную смесь на 75 рублей практически. Мальчишкам взяли мармеладки. Также хлебушек взяли, он был по акции, 23 рубля, по-моему. Разрыхлитель взяла, думаю, испечь что-нибудь без соды. И две шоколадки. Мы, кстати, доели ту первую шоколадку, которая была у нас еще с прошлого месяца. Так что вот, вот такая вот небольшая закупочка. Смесь для компота взяла, так как увидела ее на развес. У меня там совсем немного осталось, буквально на один компотик надо, кстати, как-то сварить. И взяла еще вот буквально на пару раз, я думаю, хватит. Сегодня приготовлю печенье на кефире. Как вы помните, мы покупали кефирчик.
Использовала я его один раз на оладушке, и у нас там осталось еще достаточно много. Его нужно тоже готовить, выпивать, иначе он у нас пропадет. А я не люблю, когда продукты пропадают. Также для печенья мне потребуется растительное масло 70 мл, 3 столовые ложки сахара, чайная ложка разрыхлителя, 1 яйцо, кефир, собственно, и мука. И также добавлю еще щепотку соли. Все, сейчас смешиваю кефир, подогрею его до теплого состояния, смешаю его с сахаром, щепоткой соли, яйцом, растительным маслом, муку смешаю с разрыхлителем и буду уже сухую смесь добавлять в нашу жидкую. Печенье мое готово, если честно, оно больше похоже на булочки. Некоторые вот так вот раскрылись. Очень ароматные такие получились. И также муж налил уже всем чай. Себе и мальчишкам с молоком, а я пью просто так. Как вы помните, у нас оставались вот эти вот обрезки от лаваша. Сейчас я сделаю из них чипсы. Для этого нарезаю их на удобные пластинки. Я это делаю с помощью ножниц. И буду посыпать специями. У меня это сладкая красная паприка и сухой чеснок. Вы можете использовать любые специи по вашему желанию. Все перемешиваю, добавляю буквально столовую ложку растительного масла. Еще раз все перемешиваю и отправляю в духовку, разогретую на 180 градусов, буквально на несколько секунд. А такие чипсики очень быстро подсыхают, не просмотрите. Приступаю к готовке ужина. Здесь у меня мясо кусочками, которое мы сегодня разделывали. Я его в морозилку не убирала, оставила в холодильнике. В общем, сейчас смешаю мясо, овощи, морковь, лук и чесночок, также картофель. Все это посолю, поперчу, добавлю хмели сунели, сушеный чеснок дополнительно и, наверное, пару чайных ложек томатной пасты. Все это перемешаю, добавлю немножечко еще растительного масла, так как мясо у нас постное. И все это положу в пакет для запекания и буду готовить. Всем добрый вечер, ужин 6-го дня, у нас картошечка запеченная с мясом, у младшего, как всегда, без мяса, положила ему сметанку остатки и свежий огурчик. Мы будем закусывать маринованным огурчиком, там, кстати, еще один остался, и также там были две помидорки и чесночок тоже выложила. Хлебушек, кто захочет. Из перекусов сегодня был виноград, банан. И осталась одна мандаринка.
На работу муж завтра берет картофель с мясом и вот эти вот наши печеньки-булочки. Также чай, сахар и хлебушек. Все, на этом точно с вами прощаюсь. Всем до новых встреч!